СПК «Ярополк» уделяет время не только детям и подросткам. Теперь и со взрослыми красногорцами тренеры спортивно-патриотического клуба охотно делятся знаниями и навыками, приобретенными во время службы. На уже четвертом по счету занятии по довоенной подготовке больше сотни жителей округа. Причем курсы вызывают интерес не у одних только военнообязанных. Любой желающий, 17 лет и старше, мужчина, женщина, то есть предельного возраста у нас нет, занятия все бесплатные. Мы вначале каждую из трех групп разделим по уровню успеваемости. Я уже знаю, кто более подготовлен, кто менее. Ну и в основном все девушки и мужчины, которые никогда не служили, это третья группа. На занятиях красногорцы осваивают баллистику, иначе говоря, исследуют движение пули снарядов, а также знакомятся с устройством оружия. В этот раз на примере автомата Калашникова. В другом зале его уже применяют на практике, разумеется, в холостую, и учатся стрелять из различных положений. Параллельно отрабатывают навыки, которые пригодятся и на гражданке, накладывают жгуты на условные ранения. В программе также минно-подрывная подготовка, предмет изучения на этом занятии – противотанковые мины. Я проходил сборочную службу в городе Уссурийск, потом Новороссийск. Ну, я занимался больше там спортом, был помощником начфиза части. Ну, я вообще не сталкивался с минами никогда, даже во время срочной службы. Ну, я их в руках не держал, глаза не видел, поэтому это очень интересно, я считаю. Главная цель занятия – обучить красногорцев основам, чтобы каждый из них мог защититься при необходимости, отмечает руководитель клуба Илья Шадриков и надеется, что таковая никогда не возникнет.